Сереж, хватит суетиться, давай уже здоровайся с людьми. А я ничего, у меня аж рот заговаривается, подожди, надо отрепетировать. Ну, сегодня такие богатые мероприятия. Друзья, всем привет, с вами Детский Лип Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, чтобы вы нам были здоровы. А почему? Да потому что сегодня Маратик у меня в гостях. Марат, привет, привет. Сразу расскажи, он мне такое наговорил, что я даже не могу запомнить. Тихо, это потом себе постираешь, короче, что-то. Пригодится. И сегодня будет прекрасный праздничный повод. У Сереги сегодня, кстати, тут свадьба в ресторане. Ребята, пока не моя, да, но если ты хочешь сыграть свадьбу, можно под карася это дело сделать. Будет прекрасный праздничный узбекский сладкий плов. Из двух видов мяса, из баранины и из говядины. А также там будет, мама дорогая, сколько будет всего и еще. Всего. Будет много телодвижений, много манипуляций, следите за руками. Сегодня даже морковки будет... Два вида. Слушай, давай немножко чуть-чуть поешь. Да я, он ладно, сказал. Хорошо, потом договоритесь. Да, я людей веду в курс события. Сразу чмякайте. Кушай, приятного аппетита на здоровье. Спасибо, это не я. Короче, что, есть курдюк, есть баранина, есть говядина, целая куча цибуля, лук. И, а также, смотри, сколько всего. Барбарис, курага кислая, курага сладкая, изюм разноцветный, много специй, а также, ну просто шедевр, а не специя. Катюня, это почти Мерседес здесь, поняла? Да. Это да? Самая дорогая специя в мире, это шафран. Ай, шафран, ёшкин кот. Такая есть на привозе. Если надо, там пиши комментарий, шо, расскажу. Стоит? Настоящую еле нашел. А у кого? У вашей мадам. Мариночки? Мариночки, да. Марина, снимай шляпу. Ты что, не человек, блин, а специя, ёлки-палки. Продают все, но подделку. Это не шафран, а вот это именно настоящий. Оригинал запечатанный. Так что и в нашем казане сегодня побывает и это блюдо. Марат, вы по цене определили? Ну, по цене и по виду. Не, Марат говорит, в Израиле покупал на граммы, короче, 50 долларов чуть ли не грамм стоит, и понимаешь? Тут тоже у нас так? Да. Сколько ты, 1.5 грамма покупал? Здесь 4 грамма. 4 грамма? Сколько стоит? 500 гривен. Сейчас многие напишут, это фуфло, нет. Нет, это она сказала, для Липована такая цена. Ты что, еще дороже? Да, Мариночка? Стоит дороже. Спасибо огромное. А также все Мариночки, все мамы, все женщины, девочки, внучки, дочки, а также их родители, будьте нам здоровы. Что еще хотел сказать? Марат заходил сегодня к Сереге и приходит, пчак принес, уже им работал. Короче, у Сереги еще остался один. Ты понимаешь, какая популярная машина? На самом деле, очень хороший, замечательный ножик. Очень удобный. Очень. Да, я всуну аккуратно, я его боюсь, я же им тогда аккуратно порезал. Всовывать аккуратненько? Да. Судя по количеству детей, не очень. Ладно. Давай, ну что, готовьтесь с нами, ребята, оставайтесь на канале, подписывайтесь, будет всем мира и добра. Да, чтобы нам были здоровы. Интересного будет много. Да. Так что я сегодня буду молчать, как всегда, а Марат будет таки что-то делать. Эх ты, понеслась. Особенно ты умеешь молчать. Давай, чтобы ты нам был здоров. Ой, евреи, вы, ребята, молодцы. Бизнесмены, музыканты и повара хорошие тоже. У нас семейный бюджет, Сережка, поэтому тебе пофиг. Вот Марат меня понимает. Снимаем. Ты хоть людям объясни, за что ты прессуешь нас тут. За сигареты палки мы разговариваем. Сколько уходит в месяц из семейного бюджета? Самосад посадим. Почти как морковки на плов. Самосад. Нам там ребята передавали из Сакуру, из Черноморска. Извините, я сказал, что из Харькова. Просто в тот момент приехало из Харькова тоже много посылок. Рассады там столько и сделали. Из Сакуру, Черноморскую, в Одессе тоже посадили. Правильно? Из правильно. Черноморска. Потому что Катюшка меня подправляет. Что еще хотел сказать? Вы воду принесли. А, и если есть там семена самосада, и его тоже давайте, табачок. Самосад? Табачок посадим. Да упаси, будем... Господи. Да ты что, Гаваны из Одессы. Да вот сигары будем курить. Может, ты лучше бросишь уже в конце? А, может, и брошу. Давай. Марат, у нас сегодня столько... Много-много всего будет. Ребят, первым делом, что мы начинаем? Мы замачиваем... Рис. Рис. Ты пока стой красиво разговаривай, я его буду сюда сейчас... У нас сегодня... Лазер. Да. Смотри, Катюша, вот покажи на самом деле, что за рис. Его даже приятно трогать руками. Это никакой Вова. Нет. Вова его нам... сначала замачиваем, потом промываем. Не наоборот. Вы соль сюда будете сейчас класть? Да, пару ложек соли я сюда дам. Это надо по-любому. И сегодня у нас в прошлый раз получился золотой, кстати, рис без куркумы. Но сегодня мы ее подкрасим, да. Крась, Марати, крась. Сегодня мы ее подкрасим немножко. Что, вот так вот две ложечки ты имеешь в виду, да? Или больше? Ну, сейчас. Достаточно? Я думаю, достаточно. Нам не надо прям. Да, она же тоже такая, сейчас нету. Чтобы она дала. Могу я руками аккуратно полазить? Когда вода будет. А, не сейчас? Да. Тю ты, ладно. А он хотел туда уже залить. Чуть-чуть буквально. Так, я наливаю? Да.
Водичка градусов 55, а то и 60. Палец всунул, аккуратно терпишь, значит нормально. Не горячее. Не горячее. А что будет, если горячее? Маратик, чтобы покрыло, он да? Он сварится, нам не надо, чтобы он варился. Нам... Да, 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 прям покрыло, покрылось хорошо. Потому что он сейчас наберет себе много. У нас сегодня 3 килограмма риса, ребят. И сколько же мяса? И буквально там один раз, два раза коврыкни, чтобы перемешалась соль с этим самым. Сейчас палочки всплывут, куркума растает. Да, палочки это все потом промоется. Ага. Куркума вообще плохо растворяется в воде, но нам будет достаточно, он где-то громыхает, но нам будет достаточно для того, чтобы она немножко покрасилась. Все-таки праздничный готовим. Да. Итак, хотел сказать тихо, спокойно в Одессе, ну такое. Аж птички замолкли. Все, да, я уже разошелся, просто очень, очень приятно иметь дело со всеми этими делами. Короче, оставляю? Отставляем до, ну, еще часа полтора. Все, нам пока есть чем заниматься, мы еще даже костер не разжигали. Там еще сегодня будет сковородка, и мы задействуем гриль, и что-то таки будем там обжаривать. Не сразу мы это все дело расскажем, смотрите, получайте удовольствие, и самое главное, запоминайте, чтобы у вас такой же получился. Шо? Все, пошли нарезать все. Топленое масло когда, куда? Топленое попозже, масло попозже. Все. А вы разными нарезками режете, я смотрю. Да, будет сегодня и покрупнее, и поменьше. Два вида морковки, да. А потому что у Марата там, короче, сколько у тебя здесь? 2,5 килограмма, грубо говоря, у тебя морковки. Здесь да. Так, вот такой красиво нарезанной Маратом. И на мою терку с привоза, а мне надо 800 грамм, Марат сказал и указал. Смотри, что делает. Пальцы береги. Маратик, я очень-очень-очень аккуратно с этой штукой. И смотри, а второй вид морковочки надо будет вот такой вот. В два раза тоньше, а может даже в 2,5, чем Марат режет. Но я тебе сейчас покажу. Смотри. Разницу бач. Вот так, чтобы было видно. Карты-картишки брошены веером. Точнее, морковочкой. Так, чтобы не перепутать. Все. Катюня. Что? Угу. Садись, отдыхай, а мы пока будем с морковкой играться. Отвернись только. Играйтесь, слышишь? Мальчики. Не заиграйтесь только. Ладно, ладно. Катюшка, тихо, аж морковки, аж щепки летят. Я не успел всунуть, уже Маратик 800 грамм. А, ты, я вижу, тоже не отстаешь, слышишь? На кире у тебя лобает, ё-моё. А, я что хотел сказать, чуть не забыл, но такое не забудешь. Светлана из Харькова, огромное вам спасибо. Это та мадам, которой посылка заблудилась на новой почте, но, слава богу, таки дошла. Человек нам в ответ выслал растение. Вчера, чтобы вы понимали, даже без перчаток занимался таки нашим огородом. Сажал там ваши пионы, целую кучу цветов. И спасибо вам огромное за вот этот вот... Ох ты, послание, поэма. Читаешь, просто аж сльози на глаза наворачуються. Я начну, оператор продовжит. Це було у лютому, 24-го. Якось включила YouTube. Там показали, на Україну бомба ворожа летить. Серце завмерло, коли це побачила. Як зруйнувалось життя. Люди від болю сльозою умилися. Та все чекають кінця перемоги. Катюшка, давай я буду далі морковку, а ти прочитай людям. От низький вам поклон. Ребята, мирного неба над головой. Сейчас время такое просто страшнючее. Война проклятая, чтобы она поскорее уже закончилась. Все будет Украина, все будет гарно. Все, мурашками весь покрылся, поскорее бы уже это все закончилось. Катюшка, на, прочитай аккуратненько, не торопись, а мы здесь морковкой дальше займемся. Та раптом в Ютубі зустрілась я з блогером. Це Липованці, подружжя святе. Сергій та Катруся, вони з України. З Одеси, з морської води. Їх доля прислала на нашу країну. Все людство накормлять і менших братів. Собачки, котята – це братики наші. Не можна їх кидати на долю других. Їх побросали негарні люди, а самі втекли у теплі краї. Та їх підібрали такі, як Катруся, та вірний її чоловік. За ваше тепло і настрій в посилках я низько вклонюся за це все добро. І теж помолюся, як ваші матусі, щоб миром запахло і чистим дождем. А промені сонця і радуги крила навік побратала все людство своє,
щоб соняком пахло на кожній подвір'ї і в кожній родині світилась любов. Бажаю всім мира в блакитному небі, щастя і здоров'я нашій землі. Ми всі побажаємо нашій країні, щоб дихало небо і землі цвіли. Для вас висилаю, мої друзі з Одеси, квіти із Харкова, щоб теж там цвіли і пахли весною, зорею, росою, і мрії здійснились у вашому сні. Їх поливайте, з весною зустрічайте, мене пам'ятайте, не забувайте, бо я є Світлана, так звати мене. Я по этому поводу себе карман здесь слева пришью и поближе к сердцу. Спасибо, ваше послание будем носить. Друзья, и пусть наше черноморское настроение, еще раз говорю, будет для вас оберегом. И все будет великолепно, правильно? Эх ты, Одесса, мама, давай таки продолжаем. Положи к себе, пока у меня кармана нет, поняла? Маратик, что ты уже врезал, я уже врезал, все мы сделали, ты уже лучок. Поджигай огонь. Ай, Абдулла, давай, я поджигаю. Смотри, как человек красиво. Ну, дай хотя бы два раза. Вот так уже все видели, что Марат умеет, а я за ним хорошо подсматриваю. А изюм надо в роме замачивать? Какой ром? Это же другое блюдо. Все увидишь. Все увижу. Все, это были прелюдии, получается. А теперь официально начинаем готовить плов. Куда? Надя его целовала. Кто? Слышишь, посмотрите, на него отошла на минуту. Я думал, дым. Дым. Надя поцеловала, оказывается. Да, там люди уже собираются. Круто, аккуратно. Люди на свадьбу собираются, еще и наши знакомые. Короче, все в Одессе нормальные люди должны быть друг с другом знакомы. Что, Маратик, я уже наливаю масло. Да. Останавливай меня. Ага. Хорош. Пока нам столько хватит, потом мы будем добавлять немножко другого. Скажи, а мы будем сейчас это вот льняное, хлопковое, кунжутное? Сейчас, чуть позже. Ага, фу, я не могу, Катюшка, дышать. Так, смотрите. Противогаз, дай противогаз. Мы не нарезали сегодня курдюк, как обычно мы где-то делаем. Мы его прям целиком чуть-чуть обжарим. Даже ничего, чтобы еще масло не нагрелось для него. Пусть с ним и нагревается, да? Да. Немного его. Курдюка? Нет, нет. Да. Мы его потом достанем и потом опять... вложим в казан. Не все сразу рассказывай. Короче, все увидите на видео. Вот такими большими кусками мы и мясо сегодня будем обжаривать. Ребята, да, так мы еще не готовили. Такими же большими кусками. Что, дым? Вот тена. Не надо мне фиги показывать. Туда. 4. Смотри. Запечатывается, поняла? Это я уже перевернул, а это вот сейчас переверну. Не обожди меня. Все будет нормально, я ж тебя люблю. Ты шо? Это начало, фундамент зирвака нашего. Что ты говоришь? Миска свободная. Марат, тут миска, гуляй не хочу, елки-палки. У нас места, походу, не хватает. Надо еще какой-то стол длинный. Надо поле туда выдвигать. Да? А мы с тобой еще, как это, еще полгода и будем как Ханкишвили. Сталик, да? Сталик, как Иншиев. Хакиншиев. Да. А, короче, человек, который знает все за плов. У него же тоже там, ты видишь, целая куча всего приспособлений. У него там, он эту кухню строил, я смотрел, он показывал, есть видео, где он строит эту свою кухню. Там, конечно, все вот эти печки и все это. Ну, ты же видишь, он и книгу написал отдельную, чисто книгу? За плов. У него, или, наверное, у не него одну? Их около 30 книг. Ёшкин кот, не человек, а библиотека. Да. Да. Что будет время, я посмотрю. У него казаны эти стоят, у него он может дать отдельно подогрев сверху, отдельно снизу. У него там все супер, там супер-пупер-мупер. Маратик, не забывай, я же тракторист по профессии, елки-палки. Ну, так да, я так тоже что, не повар. Все, нормально. Дилетанты? Да. Не скажи. Но просто мы любим готовить. Любовью, понимаешь? Это самое главное. Ты сегодня целый день я... Да, я чуть-чуть ее поправлю. Извини, тельняшечка. Пусть печатается, да? Еще чуть-чуть. Еще немножко. Одесский порт в ночи простерт, огоньки за пересыпью светятся. Тебе со мной, а мне с тобой. В том порту интересно бы встретиться. Короче, сам себя, сам для себя пою. Ребята, вы уже мои слова слышали. И для вас, мои друзья, чтобы вы были здоровы. Марат сегодня нарулил, одна на привозе была. Слышишь? Длинная, хорошая. Еще не длинная, но уже лучше. Нормально все, да.
Так, что, тут порядочек? Да, да. Курдючок. Вот это шкварка, я еще таких не видел размеров сегодня. Кусай. Ого, ты что? Она будет растут. Я, конечно, люблю, но это мама дорогая. Так, это еще пригодится. Шкварочка сюда. Маратик, не хватает места. Это сюда. Да нет. Ты мне сейчас что скажешь? Сейчас люди придут к тебе на плов. Будешь, как у нас в келье свадьбы гуляют. Табуретка, табуретка и доску. Ага. И вот так вот будет сидеть все по-братски. Да, и получается скамеечка. Да? Марат, не надо, он агрессивный, все нормально. Он горит, ты что, угорел? Я что, да. Добавляю туда уголь. Что дальше мы жарим? Мясо. Ладно. Какое, любое? Лучше начать с телятины. Тю ты, ёшкин кот. Отвел сегодня не мясо, а сказка. Посмотри, Катюша. Это, ты понимаешь, нам Вика рассказывала на привозе. Это корова. Ну, по цвету мяса видно, что испугалась, когда ее убивали. А барганчик, походу, даже и не знал, понимаешь? Вот как пил себе водичку, он до сих пор думает, что он пьет, короче. Только пьет уже масло в нашем казане. Вы сказали, с телятины начинать. Тю, ёшки, я хотел с красивого. Ладно. Мурат, ну и куски сегодня ты врезал, нормалек. Да, сегодня именно вот такие куски ребята. Шедевр. Не-не, мы его будем резать потом, когда оно готовится. Так, по 5 кусочков, да? Да. Не больше. Да, да, нормально. Я знаю, ты... И его не надо прям сильно... Так, сильно запечатывать? Чуть-чуть. Слегонца. Не крути. Ай! Так и хочется всунуть. Ну, хоть немножко я вот так вот, чуть-чуть, чтобы масло оно потрогало. Я все. Чуть-чуть. Катюня, сыми эти бульки голливудского размера. Характер, я бы сказал. Смотри, как на солнце играет масло. Ой, шедеврально. Да подержи еще кадр хотя бы полторы минуты. Я не могу стоять, да есть люди, которые не могут меня долго слушать, а вот это для них, знаешь, как музыка. Вот так, что, чтобы всем было хорошо. Ну такое, это мы оставим. Можем на пенсии заведем канал, да? Расскажем, как это было. По-разному, ребята, как у всех, а что? Так я уже все забуду. То ругаемся, то подругиваемся, то потом другое дело делаем. Хорошо. И опять миримся. Хорошо. Да. Шикардос. Смотри, Маратик, а? Как оно хорошо и быстро печатается. Красота. Даже не печатается, а вот так вот слегка обжаривается. А пушистое какое мяско. Боже мой. А мы забыли еще одну вещь. Красота. Какую? Нет, это масло или это мясо, и мы маслочки должны добавить. Вот а это. Я тебе говорил, давай сразу, а ты? А расскажи, что это за шампунь? Ой, ребят, здесь, значит, хлопковое, здесь льняное, здесь кунжутное. Еще какое-то. Я забыл, как называется. И еще вот. Третье и шестое. Тут... Ну, такие, напишите в комментариях, как называется это масло, я забыл. Которое продается на привозе. Да. Да? Тут, короче, тут 6 видов разного масла в этой бутылочке. Как пахнет? Ты что? Ну нереально очень как-то мягко. А ну. Да. Мягко. Да? Угу. Сейчас снимай. Да не буду. Снимать? Да. Снимаю. А можно в курдюк? Можно. Все, давай. Маратик, бери масло, подливай, потому что я уже почти готов. О, шкварочки. Тихо, тихо, тихо. Я бы быстро поймал. Ногой. Бабах, трахбах. И потом беги, догоняй его. Кого? Катюша, я тебе сейчас напомню, что готовим здесь мы. Поняла? И говядина здесь тоже наша. Не, мы не ругаемся, я просто аккуратно объясняю, чтобы она просто снимала. Не-не, подсказывай. Что, давай дальше. Следующая партия. Ну, сегодня ингредиентов просто пипец. Очень много. Блин, ну не куски, а просто прелесть. Ой, дышать невозможно. Сегодня Марат зашел на привоз к Вике за мясом. И полчаса, минут 40 человек его не отпускало. Просто, как это, говорили за Одессу, да? Да. Вика. Чтобы нам были здоровы. Ну, не человека праздник. Вот в другой раз зайдем, слышишь, вот у меня есть, короче, мечта. Зайти на привоз и вот вообще ничего не снимать, только Серегу с ножами. Вот часа на полтора дать такое индийское кино. Даже две серии, по 3 часа каждая. Там есть что снимать. Точно так же и к Виктории можно зайти.
Встать полдня, ничего не делать. В принципе, там к любому продавцу подойти, и можно начать с ним разговаривать за Одессу. И там можно часами там стоять. А можно и не начинать, сами с тобой начнут. А на рыбном, ряду. А у бабы Кати? Рыбованчик, любимый, а ну иди сюда. Рыбу нафиг туда, шелуху, до свидания. И, короче, эх ты, душа человек. Что, огонь, огонь. Говорить это хорошо, а огонь по расписанию. Ребятки, вот до такого мягкого, нежного, шикарного состояния надо обжаривать большие кусочки. Все, ну что, барашек нежный поехал. Ох, Маратик, а тут с жиром, так тоже на два раза оставим. Да. Жирок хорошо. А тут жирочек. Да, слушай, это как нотки симфонии, елки-палки. Их целая куча богата, а потом такая музыка во рту у тебя получается, что... Музыка будет сегодня не такая... плов, а мама дорогая. А какой ты по секрету хотел сказать, ребята, мы следующий плов приготовим? Это тоже сладкий, это азербайджанский плов, он называется... Шах. Шах. И мат. Плов-шах. Сколько вы умеете готовить еды? Ой, я немного. Он Сталика вот... смотрит, не переживай, там я... 30 книг. У меня есть... Шо? Кроме Сталика, у меня есть ребята, которые меня учили готовить плов, они знают 40-50 видов плова. А представляешь, такое 24-часовое видео снять? 10 видов плова. Нон-стоп? Исполнение Липована. Нон-стоп, 24 часа. Марата и Липована. Ну, да, да. А что, давай, сколько надо? У нас видосы по полчаса, по 40 минут. Ну, за плов минут на 40 получается. Ну, мы уже изготовили сколько? 3-4 вида. 3-4. Короче, нам еще есть что делать. Да, а потом возьмем, как бахнем вот такое кино бесконечное, да? Сериал включил и не выключил. Можно плейлист оставлять. Пловы от Липована и Марата. Нон-стоп. Да от Марата и Липована запомни. У него усы, у меня еще пока нет. Хорошо. Так что он главнее. Так, Маратик и Баранинка уже тоже красиво обжарилась и пустила свой нежный сок. Так, что тут, шкварочки. Аля, дальше что, лучок? Сейчас следите за руками, да. Не весь. Часть. Я думаю, что уже все зрители привыкли, Марат, что у вас все частями? Да. Буквально чуть-чуть его припустить. И закладываем телятину. А, туда к луку? Да. Это будет такая подложечка. Уже? Да. Все, а ну, давай. Маратик, всю? Да. Давай. Так, аккуратно, потому что у нас мяса много, чтобы все поместилось. Поместится. Ты имеешь в виду за рис? Поместится ли рис? Морковка. А ты сказал, что у тебя есть больше. Рис. Что ж? Ну, то другое, то для ухи, для шурпы. А, понимаешь, для плова надо вот такой вот. Скажи мне, а курдюк? Так, тоже. Давай я его сейчас сюда. Только сначала мясо, сначала мясо. Блин, все, ты мне все рассказывай, потому что я учусь. Сначала мяско. Хорошо готовить плов. Ты сколько учился или до сих пор учишься? Я до сих пор учусь. Все, я понял. Все, теперь курдючок этот, он у нас растомится тоже. Все. Теперь лучок. Ой. Теперь лучок. Давай лучок. И баранина? Да. Прям не плов, а Наполеон какой-то получается. Ага. Слоями. И сок. Шедевр. Маратик, давай я держу, а ты аккуратненько. Мне сейчас немножко надо морковки. Чуть-чуть? Да, которая часть морковочки, которая будет жариться именно. Отдаст сладость немножко тоже мясо. В жареном виде. Все. Хватит? Да. Порядок. Мешать могу, не могу? Можешь. Вот теперь это все только так аккуратно. Нежно, нежно. Ай, брат, привет. Пусть запоминает. Хороший, молодой. А если забудет... Ребята, я же имею YouTube канал, всегда есть подсмотреть где. Выглядит шикарно. Да, и будет такой же нереально вкусный.
все. Давай. Дым, дж-дж-дж-дж-дж-дж. Ай, отойди, дым. Марат, что у тебя за... У меня золотая. Запрещенная, разрешенная? Запрещенная, да. Ё-моё, зира. Зира. Головы? Это просто зира. Хорошее жменье. Мощными еврейскими руками. Уходит прямо в казан. Это руками, кто-то языком, Серёжка. Стой, стой, стой. Перец. Потом будет мешать. Хорошо. Работает. Что, всыпать перцу? Хорошо. Крупненько, да? Да. Маратик, а у меня здесь перец в ассортименте, понял? Разный. Ага, я вижу. И очень-очень-очень вкусный, ароматный. Все как ты любишь. Хватит? Еще кружочек, еще немножко. Все. Разок, да? Ой-ой-ой. А что там лук делает с морковкой? Посмотри, какие ништяки пускает. Вот это да. Вот это красота. Слушай, ну приготовление плова, я, извините, что перебил. На самом деле это не просто блюдо, это на самом деле искусство. Поэтому готовится он так долго. И сколько ты решил, ему там уже за 2000 лет рецептом этим всем? Да, есть, по 2000 есть. Вот это, кстати, современный рецепт. Этому рецепту, ну, лет, наверное, 60. Ай, писюк совсем, но очень должен быть нормальный. Что ты хотел сказать? Я хотел сказать, вот видишь, этот кусочек лежит сверху. Да-да, да-да. Где-то да-да. Второй найди тоже, чтобы он сверху был. Мне ай, договорились, надо. Договорились. Чтобы он не сгорел внизу. Сейчас мы этот развинем, а он должен быть рядышком. Ага. Вот он. О, соп-цабей готово. Все? Все. Больше мешать мы его не будем. Никогда? Ну, только в готовом виде. Хорошо. Шо, дальше какая процедура у нас действий? Дальше. Запросто. Спасибо. Конечно же. А морковку мы сейчас будем класть. Все, никуда не ходи, отбой. Ну-ну. Давай. Эту? Да. Целиком? Да. По-турецки? Можно. Ладно, давай, по-нормальному. Я вот тоже думаю, а куда мы будем рис с тобой сюда всовывать? У нас просто казан такой хороший, но он не настолько большой, как... Потому что казан, ну никто же не знал, что на этот казан столько людей пойдет. Поняла? Приобрети себе уже казан. Ладно. Сколько здесь? 18 литров? А надо нам на сколько? На 25? Нам надо на... Ребята, у кого по дешевке есть узбечка? Заберу по-любому. Ага. Литров на 25. Чугунный. А дырку? Желательно с крышкой. Какую? Эту? Да. Не, нормально будет. Нормально будет. Посадка будет хорошая. О, люди на плов сходятся. Все, Катюша. Марат, что это? Это кипяток. Весь сюда? Не весь. А ну-ка лей. Сколько? Вот так вот, чтобы морковочки как бы немножко на пару тоже. Где-то осталось на пару. Хорошо, не мешаю. Я ж помню, ты сказал не мешать. Разровняю ее просто. Давай. Вот так. Блин, куда мы рис кладем? Все будет нормально. Оно сейчас немножко усядется, конечно, варится. По-любому. Да. Накрывать не надо? В принципе, можно уже накрыть. Чуть-чуть, да? Все. Опача, ненадолго. Все, иди пей кофе наконец-то. Заслужила. Вы разрешили открывать? Я без спросу. Оп, я быстренько, тихо, вот так вот прикрываем. Пусть бухтит. Маратик, а что ты уже делаешь? Я начинаю нарезать курагу. Вот такой соломкой. Да, это у нас будет пополам, это кисленькая, ну, кисленькая маленькая, да, вот такая? Да, мы ее будем, увидите что, секрет пока. Ага, короче, вот эта маленькая напополам кислая, а сладкая полосочками. Полосочками. Изюм, надеюсь, резать не надо? Знаешь, можно было бы. Давай, то на другой рецепт оставим. Твои ножи... Слушай, а я что хотел спросить, а правда говорят, что кольца кальмаров возле синагоги покупать нельзя? Я не знаю.
Сереж, какая-то у тебя нехорошая шутка, мне не нравится. Нет, это мне кто-то недавно написал. Я сейчас забегаю просто на кухню, миски мыл, выносил. Они не кошерные, во-первых. Кольца кальмаров? Кальмары вообще. А, все, я понял. Ребята, по-любому нельзя вот для синагоги покупать кольца кальмаров. Не, а у нас сейчас там Толик на банкет дает горячую закуску, кольца кальмаров, панировочки. И я вспомнил такие этот прикол. Что, Катюш? Ничего, ем коробку. Нет, а там, знаешь, а ты снимаешь, что ли? Да. Там в прошлом видео, что когда мы делали тебя как били, многие правильно как бы меня поправили, что не ицху сунели, а уцху сунели. Приправа. Уцху, а вот да. Тебе парень стоит. Но я почему называю ее ицху? Я очень много лет не было у нас, вот как у вас на привозе в Израиле. Там продавали заводские пакетики, на них было написано ицху сунели. И вы запомнили. И так поэтому я называю. Ну раз, как это, рассказывал ты убедительно, многие поверили. Да. А вот пришел к нам человек не просто так, сванскую соль. Прямо из Грузии привез, понимаешь? Уцхосунели, это знаете что? Это вот послушай пожитник, человека, прямо... Это пажитник. Пажитник, да. Вы его, получается, и отдельно добавляли, ну, то есть вы его как уцхосунели добавляли, и как просто пажитник. То есть вы разные названия добавляли, но одно и то же... Но выглядел-то у нас по-разному. Да, и здесь один... есть уцхосунели. Сванской соли. Сванской соли, да? Я по-грузински не понимаю, но у нас есть кому сфотографировать, да. Ираклий Гонти, а? Но мы у вас чуть-чуть другую ели соль, но... По аромату такая же. Елки-палки, сванская соль. Да тут такой ассортимент, что сразу не запомнишь, да? Люблю. Это моя любимая соль. Маратик, я тебя отсыплю. Я тебя отсыплю, все будет нормалек. Это Катеньки. Ладно, ладно, договорились. Катюшка, а когда мы шафран будем всыпать? Рано еще? Его пора заварить. Давай. Нужен. Нет. Такой... Крутой кипяток нужен. Нужен крутой кипяток. Вообще, знаешь, он заваривается очень классно в водке. Ну сейчас нельзя. Горячий? Нет, в холодной. В пиве, в пиве. Серьезно. Возьми 50 грамм водочки. Шафран заваривают или кипятком, или водкой. А мы в чем заварим? А мы заварим в кипятком. В кипятке, водку правильно. Я в себя возьму. Потому что, да. Что хотел сказать? Смотри, как продается красиво. А? Ага, ага. Что, ага. Смотри, какая шайба, елки-палки. Богатая такая, ты поняла? Еще и толстая. А внутри ничего, а? Ну, умеют торговать люди? Шикардос. Нет, там вот такая маленькая пяточка внутри. Ну, поднимаешь, шафрана много не бывает. Ты что, Марат не простит, я просто ищу здесь вход. Так. Дай тебе понюхать, Катюша. Он не пахнет. Я просто хотел ей дать. Да, слушай, это настоящий шафран. Ай, как не пахнет, ты чего? Всунь. Ну, есть немножко, да. Ты до этого, значит, не то покупал. Тихо. Каждая бубочка. Марат, упала. Все, оставь, не трогай. Ты что, это же люди собирают руками. Марат еще сегодня рассказал, как это все делают. Три часа. Три вот часа только. На рассвете. С утреца. Потом закрывается, и его нельзя собирать. И то это могут собирать только женщины с молодыми ручками, понимаешь, да, такими аккуратненькими, нежными, чтобы эти тычиночки от пестиков отделять. Это крокус, если не ошибаюсь. Не знаю. Я вас знаю. Кушай, кушай на здоровье. Угу. Маратик, а хочешь как Нусрёк сделать? Вот а так ты вот. Ты сегодня что, тоже третий раз его вставил? Серёг. Да я шучу, туда просто ничего не попадет. Здесь, аккуратно, здесь, бери здесь прямо вот здесь. 4,5 грамма, нам не надо где-то полтора. Вот у кого глазомер, на. У меня хороший. Засыпай. Нам лишнего. Я лишнего не сыплю. Слушай, как он вяжет обалденно. Тихо. 1.5 грамма. Это вот столько. И еще. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Все. Катюша, посмотри сюда, какой цвет. Да не туда. Сейчас сваришь мне такой дома? О, как красиво. Если останется. Все, закрывай. Закрывай. И закрывай. Это тоже закрыть. И это тоже накрываем. О, вот сейчас такой вот прям натюрморт. Там чесночок, тут вот курага. Он натянется еще сильно. Очень красиво. Сережка, загляни ко мне. Меня когда-то в Дельмаре азербайджанцы угощали. Вот такой же золотой. Сюда. Прямо жидкое золото. Как оно красиво падает. Шафран. Так, это куда-то надо будет в сейф прятать. У тебя, кстати, должен был остаться пакетик 0,2 там, грамма. Я тебе давал. Когда-то. Где-то, наверное, лежит еще из старых времен. Пригодится, забыли, пригодится. Да. Я смешаю. Он настоящий. Ага. Я этот домой заберу. Какой? Вот этот. Ага. Забирай, не заберешь. Забираю. Марат мне разрешит. Я еще с ними разговаривал. Марат, я подожди. Я бы на твоем месте бы тоже бы мне не отказывала. Надо просто поговорить. Все, ей можно. С Мариной. Как Мариночка. Марина. Я люблю тебя, Марина. Все, сильнее день ото дня. Такие, чтобы она одну нам еще отложила. Твой шафран, Мариночка. Мурка, кушай. Дети мои. Долго. Драгоценно.
Играются? Ну, красавцы. Амурка специально хвост спрятала, потому что они все время ее хвостом играют. Марат, вчера здесь такая собака была, то ли овчарка, то ли лабрадор, я не понял. Ну, как это? Хозяин ее на ветках забирал, чтобы ты понимал, на деревьях. Так наливала вчера. У нас же есть табличка. Я говорю, ребята, не пренебрегайте. Там написано без ошибок. Во дворе злая кошка. Ну, она собак любит, но когда котята, ну, сами же понимаете. Она не любит собак. Никогда. Хочу тебе сказать. Ага. В другое время, когда она не имеет котят, она на собак не кидается. Не кидается. Кать, снимай, смотри, он играет вдвоем. А сейчас она защищает ребят. Рассказывай мне, она без котят кидается на собак. Когда тогда Майло укусила, не было никаких котят. Просто скажи, я хозяйка здесь, да, Мурочка? Хозяйка так хозяйка. Играются чудики. Так, вот тот, если что, уже забронирован. Остался вот этот вот с красивыми белыми ножками. А голова какая интересная, смотри. Вот чудики. Слушайте, один остался. Не хотите себе Марата? Марат сначала хочет собаку себе. Так, что, Маратик, время подсолить? Пару ложечек, да? Да. И будем вставлять. Что вставлять? Чесночок? Угу. Вот так вот. Ты рассказывал, что у тебя перчик есть? Да, да, да. Так, а где я его принес? Эй, перчик. Сейчас, Маратик, у нас здесь столько всего, что я... Вот он. Остренький. Ты помнишь, что он острый? Да. Сколько? Ну, две штучки, не больше. Раз. Вот так, чтобы мы видели его, чтобы мы могли его достать. Вот так вот все. Так, что и гриль сегодня нам тоже пригодится, да? Обязательно. Так, что я уже забыл, как это делать. Так, вот так. О, опа, горит. Ё-моё. Все, и сковородочка нормальная тоже пригодилась. Маратик, рассказывай, что это у нас за процедура? У нас два вида сегодня кураги, абрикотки сушеные. Значит, эта сладенькая, она пойдет сразу через минут 20 в казан. Эта кисленькая, мы ее сейчас немножко будем обрабатывать, и не только ее, и изюм, и барбарис мы будем обрабатывать на сковородочке. Сейчас все увидите. Ты что, барбарис вес на привозе забрал? Не-не, нам вес не понадобится, я просто запасом. Взял так взял. Немножко водички, можно кипятка. Да, я подсмотрю, запоминаю. Вот столько? Вот столько. Давай мне кастрюлю. Ложка здесь есть у нас? Деревянная, вот у меня хорошая. Вижу. Масло, это... масло топленое? Масло топленое, обязательно. Ну, как бы... Тут у нас 800 грамм бутылочка. Можно сижу. Сливочное, но немножко это не то. А в топленое как влазит? Пару хороших ложек. Да ты его в воде горячей покувыркай сейчас. Я не хочу потом в масло засовывать горячую ложку. Дай вилочку вам. Еще ложечку хорошую. Маратик, а масло топленое только сюда пойдет или еще куда-то будем добавлять? В сам плов? Нет, вот здесь мы будем обрабатывать все на этом масле. И вместе с этими вещами оно пойдет и в плов, как бы. Ага, не, я думал, что может еще отдельно надо туда, как-то отдельные позиции. Только так, две ложки хватит? Пока хватит. Хорошо. Я далеко не убираю, сильно не закрываю. Пусть топится. Слушай, Катюня, смотри, красивые тамбулечки берутся. Прямо янтарные. Марат, бери, я уже масло растопил. Кисленькая, пополам порезанная курага.
И до какого состояния нам надо ее... Она должна притомиться минут 7-8, максимум 10. Сейчас побухтеть? Побухтеть, да. Все, пусть бухтит. Да, тоже. Ну, это не пойдет туда, а-а-а. Это пойдет сразу в казан. Да. А Марат говорил, я запомнил. Сладенькая не тушится, а сразу в казанчик. А эту надо немножечко поиграться с ней. И что, вы один раз приготовили с кем-то и запомнили это? Нет, это я не готовил не один раз. Раз 10, может, 15, не помню. Как это, у меня все впереди. Просто мы как-то эти самые оладьи сняли, и каждый раз, когда готовим, сами свое видео смотрим. Ну, рецепт получился знатный. Вот как есть, просто шикардос. Что здесь? Я с творожными вещами, вот часто там ленивые вареники, сырники, я тоже забываю про пропорции, хотя там пропорции так. Спасибо Ютубу, есть куда подсмотреть. Да. Ой, а пахнет, как даже не хочется закрывать. Постой, стой. Стою. Боже мой. А ну-ка. Сервачок попробовать. Попробуй. Маслечко. Ты если что, перец тут острый притопил, чтобы ты его потом помнил, где ловить. Ну все, вот тебе доковырялся. Не так глубоко, вот здесь. Вот здесь. Ну все. Маратик, дай, у меня глаза нормальные, вот, пошел. Я уже хотел тебе помогать. Сюда его положи сверху. Да достаньте, может, его уже. Надо его достать сейчас. Ну, здесь зервак не пробуй, тут будет сейчас мама дорогая. У вас не стоит курага, пока вы вот тут со своим здесь. Зерваком. А, именно здесь надо с перцем? Ну давай. Сейчас усы завернутся. И шо? Класс? Там скворчит уже. Давай бегом пробуй. Ай, нормально все. Масло пляшет. Сейчас скажут, что я попробовал, а потом ложкой залез. Ничего не скажут, давай, ты как это, ты шеф-повар, тебе и можно. Ты что думаешь, что другие повара разными ложками это делают? Ребята, будьте реалистами, все нормально. Может, и не ложками, видишь, люди подсказывают, да. А мы ложками, все нормально. Видишь, он немножко набухает так прям. Ага. Еще минут 5. И хватит. И дальше следующее пойдет у нас что? Изюмы? Ты сильно любопытный, жди. Катенька, ну мне хочется все знать. А изюм, блин, один другого краше. И это все будет в нашем плове. Обалдеть. Так, тихо, не перепутать. И на эту красоту. Водичка практически выкипела. Марат, вы прям тут варенье какое-то. Да, Маратик, это кисель. Ага. Стой, у меня есть уже миска под это дело. А пахнет точно, как варенье. А вон я тебе отложил в ложечке попробовать, остывает. Спасибо. Так. Видишь, как Марат обо мне позаботился. Оп. Решила мои туфли запачкать. Слушай, самое настоящее абрикосовое варенье, да? Угу. Вот запах ароматнейший. Так, а ну-ка, стой, Катюшка, мне надо сковородку вернуть обратно. Маратик, процедура повторяется? Да, та же, немножко водички. Немножко водички. Катюнь, я вот здесь твое угощение оставляю. Угу. И добавляю, Маратик, две ложки. На изюм можно меньше даже. Одну ложечку? Полторы. Ну, я с горкой дал, ну хочешь полторы? Ну, вот давай, тебе. Да. По-братски. Давай, давай. И сейчас как ляпнет. Есть. Слышь, у тебя прям парусник получился. Корабль получился. Ну так слушай, на берегу Черного моря готовим. Газ добавь. С удовольствием. Ну как тебе? Сабер работает? Иди сюда. Покажи вот это вот волшебство. Бац. А, уже ляпнулось так красиво, когда в воду потихонечку масло попадает. Не знаю, как кому, а мне очень нравится. Скажи, а изюм весь будем тоже обжаривать, да? Не весь, но... Какого-то определенного цвета? Нет, сразу дадим два. Ай, два так два. Катюня, занимай позицию. Тут есть тебе что делать. Сколько изюма по весу идет на... Стакан где-то на то, что мы делаем. Грамм сколько? Ты как мне говоришь стакан, я сразу теряться начинаю. Грамм 150. Стакан 150 грамм. Одного изюма и того же. И 150, и того, ребята, 300 изюма разноцветного. У тебя прям жовто-блакитный. Ага, як є. Ты что, поймал, смотри, Нику Ливчик поймал, елки-палки.
Ты что? Какой-то знак, наверное. Да. Ника! Померяй, может, если твой, то снимай, но его в баню. У нас же вчера сняли красный, представляете, сидела пара. Украли? А, не за что. Сидела пара, ну сидели себе, отдыхали. Мы утром приходим, пьем здесь с утра кофе, они такие заходят, здрасте. А мы пришли вернуть вам ваш этот самый, и достают из кулечка. Понял, вот этот комплект, короче, красный, да, взяли, поигрались с ароматами копчений, короче. Пипец, я говорю, вот это вы отмочили, да. И ничего не сказали. Ну, ребята, честные. Вернули. А она засмущалась так? Ну, наигрались, наверное. А он сам заносил, она там стояла. Ага. Довольные, как слоны. И такое тоже бывает. Так что, ребята, если надо панталоны, не стесняйтесь, можете даже не говорить. Снял, поверь, главное, верни. Или другие взамен. Так, все, зашкварчало. Комфорочку чуть-чуть потише. Ну такого я и не видел, чтобы еще изюм в масле с водой обжаривать. Смотри, Марат молодец, так и знает секреты. Катюшка, иди сюда, сейчас там дальше будет красивее. Марат, я могу уже эту курагу высыпать? Который лопнул, я вытащу. Вытаскивай. Да. Минут 45 мы уже готовим сервак. Вот пошла курага, которая сладкая. Ага. Сейчас она там растворится. Слушай, у нас точно будет золотой сегодня? Там уже рис отдельно сварим. Катюша, у Марата срочные новости, смотри. Изюмчик набухает и как бы становится виноградом в обратку. Обратно мы его возвращаем, да? Да, кишмишек такой. Да ты что, сейчас нет-нет, да еще и громкий появится. Кто вас научил этот плов готовить? Рома есть такой товарищ у меня. Сразу передай ему привет. Да, передаю привет огромный. Были еще люди, которых я учился. Но Ромка это главный мой учитель. Еще брат у него. Роман, спасибо. Так, ну почти уже морщин не видно. До какого состояния будем? Еще минутку. Вот водичка должна полностью исчезнуть. А там и так уже, как пометок, уже кисельчик опять образовался. Ладно, пусть еще немножко, как ты говоришь, минуточку. Это можно накрыть. Это можно накрывать, накрывай. Вера, ну дай показать. Ёбы ВГД. Что это ты несешь? А это вот те, что нам баба Катя выбирала. Карпов, что ли, принесла? Ребята, смотри, я не обманываю. Бля, вот с такими яйцами, понял? Бля, вот с такими яйцами. Ты что? Да, это у нас все считается маленькие. Давай, приятного тебе аппетита. Передашь людям. Ребята, будьте здоровенькие. Можно сказать. Маратик, минутка прошла, я выключаю. Спасибо, Сабер. Куда? Со своей комфоркой пригодился. Кстати, удобная вещь, да? Ну, конечно. В этом плане. Что, сюда же, Марат? Да, потому что мы будем добавлять это вместе. И тоже слоями вот так вот положу. Ага. Как это? Ну, Наполеон и все соки до конца. Фу, Маратик, слышишь, мы до заката успеем? Вот сегодня плов получился. Успеем. Скажи, что мне надо делать? Идти рис мыть? Очень нежными своими руками, мягенько. Ёшкин кот. Очень тщательно промыть рис. Можно я сейчас покажу? А, ну можно, ну покажи, он тихо. Какого цвета он. Здрасте, стоит. Надо сбалансировать. Ох, Марат! Понял, что дает куркума? Ага. Так, я ушел нежно его полоскать. Очень хорошо промыть, потому что у куркумы есть горчинка. Поэтому его надо промыть очень хорошо и тщательно. Да я сейчас очень хорошо и тщательно промою. Иди уже. Все, давай. Ты не ругайся, со мной целоваться надо, поняла? Конечно. Если ты еще не знала. Я тебя поцелую вечером, иди, мой рис. Да что ты мне обещаешь? Дай сейчас. Дай сейчас, я ушел. Мама дорогая. Я хотел посмотреть вот этот барбарис, который Марина подарила. Она, кстати, кроме... Она ни за куркуму, ни за это не взяла денег. Видишь? Мариночка, так не можно. Берите с Марата деньги, мы ей отдадим. Все будет нормально. Бубочки такие тоже. Ну, хорошие? Минус, да. Ну, этот сильно сморщенный, а у Марины шикардос. Мы этот а сейчас, сколько нам надо? А мы сейчас этот добавим. Просто, а этот обработаем потом. Надуем его обратно, да? Так, все, я здесь открываю. Я за другое хотел сказать. У нас сейчас будет мясо такое, как морковка. Все хорошо. Вот барбариса не жалей. У нас будет еще барбарис. А, ладно, жалей. Будет сильно кисленько. Вот так. Ладно. А тебе бы все лишь бы было вот прям побольше? Маратка, могу я тут перец уже твой поморщенный вытащить? И вместе с чесноком. О, ладно.
Эх, ты! Давай, чем? Да сейчас все будет нормально, я. Сейчас уработаю. Опача. Такой уже, понял? Пенсионер. Ага. Давай, до свидания. Временно вытаскиваю. Всунул, высунул. И домой. Ой, раздевается. Тихо. Этот хорошо пробухтел. Ребятки, пошел изюмчик. Обработанный вместе с тем маслом топленым. Катюша, он же левша, занимает справа позицию, ты понимаешь? Которая это самое сейчас придаст очень вкусный вкус. Вот у меня, как всегда, назревает вопрос. Тут рис нужен? А? Мало может, места для него, но он нужен. Может, лепешка просто? Потому что плов – это рис, ребята. Самое главное. Подожди, ну так даже Сталик не готовил плов без риса. Давай мы будем первые. Ребята, можно без от всей мяса. Души для вас готовили плов без риса. А если репан, Марат, всем пока-пока. Не чао. Короче. Можно без мяса, без риса нельзя. Никак. Есть плов, рис и вот такие сладости. Армяне. Эх ты. Готовят. Без мяса. Рис, изюм, да. Рис, изюм, курага. И черносливы иногда добавляют. Да. Да, армянский плов есть без мяса. Очень вкусный. Так, я накрою, чтобы витамины не выпрыгнули. Да. Вот там точно так же изюм обжаривается, он такой, как... Да, может. Насыщают. Хрустит где-то. Ага. Ты вот доводишь до состояния ботекса, такой аж... Кисель. О! Он прям там у вас разговаривает. Угу. Ай, на каком языке? А не, хорошо бурлит. Можно рис добавлять. Рис добавлять, да? Да. Сейчас будет. Только попробуй сначала не весь, Серега. Потому что я боюсь, нам еще туда... Катюшка, иди сюда. Марат, а ну-ка раздвинь. Я хочу показать. Смотри, солнышко помогает. Руками. И в прошлое... Даже мне туда хочется. Закрою дверь. А как его мыл, ребята, как Катюша? Там не любая мадам позавидует. Я с каждой бубочкой аккуратненько своими грубыми руками обращался. Серьезно? Очень нежно. Да ты шо? Ты, по-моему, со мной шедевр. Так не разговариваешь, как с рисом. Марат же меня послал, говорит, слышишь? Нежно. А не сходил бы ты рис помыть? И я не вернулся. Заглядывает на кухню, Марат, говорит, его я еще, тебя попросил помыть, но не настолько, а я там стою и кайфую. Не, ну просто песня. Так ты шо? Ой, опять красиво, посмотри. Вот это да. Давай, шафран высыпай. Благородный. Да, шафрана шафран. Там еще не было. Это куркума. Куркума. Ну, благородный ждет нас. Маратик. Он правильно делает? Правильно. Научился уже? Учителя произойдет скоро. Думаете? Маратик. А знаешь, что я следующее сделаю? А когда ты приготовишь плов без Марата? А вы видели его плов, который он готовил? Видел. Ну, а комментарии читали? Я не читал, я просто сам посмеялся. Нормально? Ну, у нас же канал о хорошем настроении, правильно? Ребята, не путайте. То каша рисовая была. Как тебе писали? Это самый мягкий комментарий. Все, а я как это? Я же не огрызался, я учусь и слушаюсь. Он всем только написал, что я тракторист. Угу. Что я хотел сказать? Ты говоришь, когда я сам плов приготовлю? Да. А я... И не собираюсь, да? По аналогии... Давай, Сережа. Ладно, не скажу, потом узнаете. Но уже идея есть. Хорошая. Давай. Серега, Маратик, я помню, у меня же по этому случаю даже в кармане. Ты что думаешь? Я не видел, когда ты успел. Всю жизнь мешало, елки-палки. И тут я понял, что это для чего. Дай попить. Нет. Катюша, тебе пока нельзя. Чего это мне нельзя? Пока нельзя. Марат, аккуратно, равномерно, планомерно? Да. Ох. А что он дает? Цвет, вкус? И вкус, и цвет. Он просто дает. Смотри, какой яд. Ух ты, шо. Нектар. Скажи, а может еще раз кипяточком прогнать? Еще раз? Не можно надо? Можно потом чай заварить. Мы ладно, не Катюша. Да нет, здесь достаточно, смотри, какой свет. Смотри, не, ну это лекарство прямо, это... Хотел сказать, анализы, язык не повернулся. Давай, мы закроем. Что? На пару минут крышечки. Давай. Не выливай, залей мне кипятком. Так я же тебе принес. Ну я не пойду же заливать сама. Ладно, я скажу.
спасибо. А вот кипяток. Шо? А, вот кипяток. Валера что-то сморщенное тебе принес. Что это? Сегодня слив тебе передам. Ёшкин кот. А где ты был сегодня? А ты такой в очках, я тебя не узнал, ты понимаешь? Богатым буду. Ты что? Тебя что, голуби? А, это а про... что не в моих? Прокурил. Он вчера забрал у меня очки. Какие? А что ж ты не в его? А то у меня парад подарил кому-то? Парадно-выходные. А, ладно. Чай будешь? Вон кипяток. Нет? Марат тебе подсказывает. Заливай сразу же. Не надо. А, ходить. У тебя есть? Да. Шухер. Вот стаканчик может. Слушайте, вам там, может, еще что-нибудь передали? Так, конечно. Тут что-то будет сейчас горячо. О, ну спасибо. И что, и форнак передали? Да. Валера, это подписчики твои, кстати. Скажи передали. Ты уже этот адрес, откуда все это идет. Ребята, я еще раз, я вас не знаю, но уже очень люблю. Где? Я же тебе сказал. Блин, початок. Едем на початок, срочно. Но, чтобы ты понимал, уже помидоры эти, капусты не будет, все, сезон закончен. Ничего, что-нибудь другое. Ничего, сливами перебьемся, все будет еще нормально. Нет. Ребята, благодарочка. Марат хотел не рассказывать, а я говорю, не надо так с людьми поступать, все секреты вываливать. Мы сейчас будем вот эту морковку, то, что я ее тер тоненько, да. Тонкую, да. Ага. Как это, уникально готовить. Точно так же сковородка с водой, две ложки топленого масла. Тут воды как-то совсем чуть-чуть, так Марат сказал. Все будет нормально. Добавим, если что, что надо, он же воды, знаешь, сколько этой? Шо, в Черном море чаек, елки-палки. О, ляп готово. Сейчас растает. А сахар принесли? Да, я принес. Все, молодец. Тут нам понадобится еще и сахар. Сейчас масочка растает. В продолжение золотого цвета. Высыпай, света. Сергей. Маратик, я с половинки начну, да? Да, да, да. Ты же не любишь все сразу? Да, водички можно добавить. 100%. Водичка горяченькая я уже имею и таки добавлю. И на твой глаз где-то 4 столовые ложки сахара. 4 столовые ложки сахара. У него сахара. Не бывает ложек, Марат, видите, у него есть. Это две мои руки. Это две мои руки. Отлично, вот так. Две, да. Твоих клешни. Чуть-чуть водички ты добавил. Я вот начинаю думать, ты меня точно любишь? А? Конечно, а ты что? Ты что меня так обзываешь меня? А ты когда со мной знакомился, не обращал внимания? А ты что, уже тогда на меня гнала? Я думал, все было серьезно у нас. Я тогда... Ты пипец. Не-не, хорошая женщина. Поднять. А что вы тут говорите? Подождите, давайте подробнее, я не услышал. Мне это очень важно. Что? Ну, я обычно мешаю рис, как бы. Видишь, с краев он уже полуготовый. Ага, ага. А серединки нет. Понятное дело. Давай, давай. Извиняю, а мясо, слушай, будет? А мясо, не, там, мясо, Валера, такими кусками вы не поверите. Такие вот такие, что караси у нас, ты понял? Здоровая. Давай немножко водички, Сережа. Сейчас даю. Запах хороший пока. Хорош? Марат, скажи, когда хорош, 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 да? Даже на базаре знаю. Это танцы с рисом, ты понимаешь? Ламбада. С бубном. С рисом. Маратик, а ну, Катюшка, покажи, что происходит. Мне нужна... Морковочку потомили минут 15, может 17. В этом сахарном сиропе. Чего же у вас? Сейчас я морковочку достаю, а этот нектар оставлю, и мы сейчас в этом нектаре будем продолжать барбарис накачивать. Ювелирная работа. Так, чтобы нектар остался, надо морковку забрать. Короче, все, кто ее не пробовал, а пробовали ее немало людей, сказали, что это просто пипец. Но такого не бывает. Корейская отдыхает, понимаешь? А ну ладно. Что? Потом. Говори как есть, Марат. Я хотел спросить, когда наши гости будут. А бог их знает. Кто-то уже приехал, кто-то доезжает, все будет нормально, да? Доберутся. Ты переживаешь, останется ли им плов? Да, ну, и я переживаю, просто баранина там присутствует, ее надо есть горячей, холодная она уже не то. Короче, тот, кто опоздал, будет есть говядину. Да. Ну, рассказывай. Что рассказывать? Вот в этом сиропе, который мы готовили, морковку. В морковочном сиропе. Катя, покажи. Да, там все видели уже. Мы добавили чуть-чуть водички туда. Ага, и в него же добавляем хороших пару жмень. Прям пару хороших жмень. Ну, у тебя такие не очень хорошие, три добавь. Да. Ого, Марат. Мешай. Давай. Это я люблю. А аромат какой?
Барбарис? Да, молниеносно. Просто это... В морковном соусе. Ага. Ты что? Морковно-сливочном? Ага. А что это? Даже можешь не вливать, просто выключить. Это Катюня? Варенье? Это кисель, Марат, из барбариса, ну елки-палки. Что, шикардос? Скажи, бубочки. Какой аромат! Как они опять надулись, налились. Ну, ребята, вы меня, конечно, извините. Стой, стой, дай я дам короночку. Подожди, иди сюда. Какую короночку? Тогда на меня кадр, пожалуйста. Ребята, ловите по аромату. Я на самом деле таки пахнет. В морковно-сладком соусе. Ёшкин кот, с кислинкой барбариса. Это просто, это гармония. Так, Марат, ну что, выходим, ребята, на... Извините нас за этот художественный фильм. Получился на самом деле. Я еще его не монтировал, но понимаю, что там такие есть, что, короче, делать. У нас сейчас будет много работы. Начали, опять если, много? Что, начали, опять если много. Что, мы в 10 утра, ребята. Да не врите, вы в 12 век... только раз... Да мы сюда приехали, да. Я вообще имею в виду, мы приехали сюда в 10. Да. Слушай, ну как, ну что ты... Выпили, ну что ты брешешь, ну елки-палки, елки-палки. Пока кофе, пока... Что ты мне обломала весь кадр, елки-палки, что я хотел сказать? Наврать хотел, наверное. Ну мы сюда в 10 приехали. Хорошо. Носить казаны я начал сюда в 10. Угу. Это и есть начало процедуры. Понятно. Так и есть, жопа. Марат, так и есть. Жопа. О, ребята, хорошо. Открывать рис пора. Хватит болтать. Так, давай, куфайка на месте. Да не куфайка, а фуфайка. Эй, бушлат. Ну хорошо, бушлат. Куфайка. Марат, дай подержу. Это ж скажет. Что, я? А ты типа дальше, сейчас будет взрыв такой, что обалдеешь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, Марат. Это просто... О, Марат! Праздник какой-то, ёшкин кот! Снимай, ребята, чего? Подожди, подожди, он не подожди. Должен стоять, Марат? Стой, стоять! По-нормальному, по-нормальному. Сереги, я знаю. По-нормальному должен. Так, горячее, дай, дай, дай. Не на лаган пока, а куда-то в сторону. Лаган или ляган? Ляган. Ляган, хорошо. Куфайка. Стой, его тяжело снимать. Давай его вот сюда отдельно, аккуратненько. Да. Да, я поиграюсь. Ух, засосало. А! Вот так вот. Так нормально? Чисто в моем стиле, ты понял? Это когда я на гриле, когда мне привезли, вы понял? Я сома готовил. И что я умудрился... Давай, убирай. Ладно. С вами не поговорить, елки-палки. И что ты с сомом сделал? Тут остались две. Пригодится. Мало соли. Хотела попробовать. Маратик, не забывай, ну не все люди, как это, не все лоси, ну, понимаешь? Ну, сладкий сегодня, да. Понимаешь, да? Все. Так, я выгребаю? Да. Аккуратненько? Угу. Ты что, как приятно быть первым, кто всовывает. Это да. Ёшкин кот. Смотри. Шикарная развалюха. Прямо балдеж. Ага. Подержать? Не надо. Пока справляюсь. А что, вы сейчас мясо я будете могу. Резать? Да, сейчас дойдем до мяса. Он красавец, конечно. Золотой. Хочу тебе сказать, что такой в Одессе еще кроме нас никто. Ну, ой, правда, аж тихнуло. А как пахнет. Эту сторону оставь, старайся доставать отсюда. Слушай, хорошо. Чтобы морковочка пошла и до мяса. Марат, забрать. Ты можешь мне руками нос подержать? Ну это невозможно так дышать. О, пипец. Вот морковочка, да, да. Да. Морковочка пошла. Туда ныряй. За морковочкой? Ага. Или морковочкой? А как так. Подавать? Сейчас все увидишь. Сейчас ты все увидишь. Ох, ох ты что, Марат? Оно прямо разварилось, да? Оно прямо как ты любишь, да? Получилось просто... Шикардос, не то слово. Давай, давай, держи двумя руками, он уже тяжелый. Кого? Ляган. Да ты что, значит, у него бицеки. И дай миску под мясо. Ты не видел, да, я сейчас мясо откопаю, все будет нормально. Его отдельно нужно. И курдюк, и все надо достать отдельно. Все, сейчас еще чуть-чуть. Ох. Само, даже резать не надо, само развалилось. Видишь? Ага. Так. Это вот сюда. Что, мясо вообще не будет давать? Нет. Вот оно, красавица. Давай, 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 мяско это сюда. Оп-ляп. Морковочка тоже нам не помешает. Просто мяско.
А вот курдючок, смотри, как. Это на любителя кто попросит. А мы не будем спрашивать, это все любят. Ну вот я не люблю. Так мы не будем тебя спрашивать. Нет, вы меня, пожалуйста, спросите. Все. Пока хватит. Марат, оставь, там у нас есть, там уже порции 15 надо раздать. Пока вот так сделаю. Сделай, сделай. Спрячь мясо. И что? Шикарный рис. Тебе нравится? Да. Yes. Давай накрываем, идем уже будем отдавать. Сейчас еще остался маленький небольшой кадр. Да все будет нормально, позови Никусю. Да, пусть несут тарелки. Сейчас будет процедура. Вот тут с курагой загребай, да. Так, с курагой. Ага. Сейчас и с курагой, и с морковкой, и... Кому тут так все поженилось. Так, аккуратненько. Нет. Это вот так вот. Маратик, а ну-ка. Давай, я буду держать. Вилочку унесли, да? Вилочку уже унесли. Бери вот так вот аккуратненько. Ой. Рубай, раздевай. Вы специально сегодня нож купили? Ага. А Марат же пробовал. Здесь пару раз и как кайфанул, говорит, подожди, я тоже хочу себе. Телятина, баранина. Чтобы каждому человеку досталось и то, и то. По чуть-чуть, да? Да. Все. Барашек. Есть. Теленок. Теленок есть. Стой, теперь не уходи. Не уходю. Давай этой же лопаткой сладкая вот эту сладкая морковочка. Секундочку, иди сюда теперь. Катя. Давай тут ходить, не переходить. Марат, я могу вот так вот подержать, чтобы просто не только мы, еще и люди видели. Немножечко, это кисленько-сладкое. Ну, как-то так. Как это? По-простому и нереально вкусному получилось у нас. Что, мы не будем пробовать? Мы обязательно будем пробовать, только уже за кадром. Все, ребята, извините, я там у нас... Мы пока так долго готовили, у нас уже случилась очередь. Говори, говори. Можно? Я когда это смотрю, мне же говорить не хочется. Такое ощущение, что я здесь, очередь. Что я здесь лишний. Да, да, уже, короче, это уже пойдет людям, которые пришли к нам в гости отведать нереально вкусную вкусняшку. Угу. Ну, а мы сейчас с Маратом раздадим эти бегунки и как сядем аккуратненько, дальше продолжим. Да. Маратик? Барашек, баранина, морковочка, все как положено. Морковка внутри. И лучик солнца. Это самое лучик главное. Солнца. Ребята, и хорошее настроение. Мира всем. Всегда таки с нас. Самое главное. Мирного неба над головой. Все, всех любим, обнимаем. Для вас готовили Марат с усами, Катюха с телефоном и Липован в фурике Долины Маршал. Давайте, пока-пока. Чао.